Тюменские врачи бьют тревогу. Уже около 15% населения области страдают ожирением. Причем за последние несколько лет участились случаи его выявления у подростков и детей. Доктора связывают это с тем, что тюменцы все чаще предпочитают сладкую, мучную и жирную пищу. Главная проблема – большинство людей не обращаются к диетологам, эндокринологам и терапевтам. Сейчас это заболевание учитывается, что сейчас оно более активно выявляется. Это буквально, ну вот, последние 10 лет. Сейчас задача, так скажем, вот и руководителей здравоохранения, и практических врачей, это создание регистра ожирения, то есть более четкого учета случаев заболевания и ассоциированных с этим состояний.